Хей-хей, хай-хо, всем привет. Хожу я тут по местам. И наткнулся, это вот игра Albion Online, это логично, да. Наткнулся на вход, наконец-то, в секретный город. Я что-то долго его не мог найти. И несмотря на то, что я сейчас в желтой зоне хожу, в общем-то, этот портал, вот он тут есть. Что довольно-таки приятно. Сейчас давайте посмотрим этот город вместе. Я еще там не был и даже не знаю, как выглядит. Но я точно знаю, то, что там можно еще один остров купить. Ну, то есть, в Albion Online изначально можно было только один остров иметь. Но вот с этой обновой, когда добавили туманы, то есть мист, туман, вот когда входишь в этот город, ну а чтобы в него попасть, нужно репутацию прокачать. Вот у меня сейчас репутация 80 тысяч. Нужно 50 тысяч, чтобы она стала дружественной, френдли. И тогда вы можете попасть в этот город. Ну что, давайте сходим. Я там еще ни разу не был. Не знаю, как он выглядит. Даже интересно. Ну вот, собственно, такой симпатичный. Он очень небольшой, заметим. Тут какой-то портал есть, видимо, тоже обратно в мисты. То есть, как я понял, люди, которые живут в этом городе, им как раз по фану ходить в мисты. То есть отсюда можно всегда попасть в какой-нибудь туманец. Что тут есть? Значит, есть ходить в подземелье портал. Тут есть в мисты сейфовые, ну, то есть безопасные мисты. Можно на арену ходить отсюда. Ой-ой-ой, куда-то я, блин, пошел уже. Это было неумно. А, ну нормально все. Это. Так вот можно куда-нибудь пойти, вот, случайно. Я просто сейчас не в том комплекте, в котором имеет смысл куда-то ходить. Потому что на мне сейчас 20 миллионов. В общем-то. Я. Это мой комплект для арен. Соответственно, я в нем не хожу. Это опять мисты какие-то. То есть этот комплект у меня для того, чтобы на арены бегать. Я в нем не хожу в красных зонах там или в черных. Давайте обратно пойдем, в общем. Надо всегда смотреть, куда ты идешь, когда так одет. 20 миллионов, в принципе, это не очень много. Ну так, в общем. Есть люди, которые ходят и за 100 миллионов в комплектике. Вот. Так что вот такой город прикольный. Просто хотел вам показать, что я на него первый раз наткнулся. Тут вот еще какой-то есть портал. Сейчас мы аккуратно на него посмотрим издалека так. А это портал в... Понятно. Это вот хрен знает куда портал. Unstable. Понятно. Прикольный такой городок. Похож на World of Warcraft был город, где, который плавает в воздухе. Помните такое? Ну тут на самом деле как бы вот тут написано, куда можно. Это маркет, это банк, это выход в Брисельен, это написано сейф. То есть это сейф рот тоже. Ну давайте сходим сюда. То есть это безопасное какое-то место. Что это за место? Ага. Слушайте, а тут оказывается вот оно, что, Михалыч. Тут огромное количество спотов, чтобы строить здание. Интересно, сколько тут беды, сколько стоит построить. Тут, кстати, их больше, чем, мне кажется, в других городах многих. То есть, например, в Мерлин Ресте или в Артур Ресте там меньше. И тут, видите, цены вообще дешевые. То есть 250 это, считай, бесплатно. Потому что тут очень большая конкуренция. Много людей. Вот в Мерлин Рест по 1000 стоит использование за 100 этого сытости. То есть тут вообще хорошо. Прям вообще хорошо. Что-то еще есть. Ну, артефакты. Вот можно пойти на остров. Давайте посмотрим, правда ли то, что тут можно такие остров еще один сделать. На самом деле, я вам признаюсь, я даже первым островом не пользуюсь нифига. Вот, он у меня пустой стоит. Где там острова эти? Вот, вот тут, кстати, вот, пожалуйста, это в красные зоны.
красные зоны мы не хотим. Все отсюда, собственно, можно пойти. Это в красные. Это все в красные зоны. Вот, это лестница наверх. Окей. Ну, наверное, должно быть и не только в красные, я надеюсь. В принципе, логично было бы. Так вот, я же не посмотрел, а где остров-то? А вот он. Понятно. Вот его действительно можно купить. Второй остров. Довольно-таки прикольно. Так что, если вот вы фанат островов, то поскорее открывайте этот город. И тогда вы сможете, ну, больше зашибать денег. Мне просто лень этим заниматься, честно говоря, этими островами. Но я знаю, что есть люди, которым это нравится. Вот, пастись в этом загончике маленьком. Давайте посмотрим на маркете, как там с ценами. Интересно даже. Хотя, смотрим сейчас. Ну, народ на самом деле тут есть. То есть тут и живут люди. Тут люди живут. И вот если даже посмотреть на цену на яд, да? 500, а вот Т8 яд сколько стоит. Тут, кстати, цены дешевле. Так он за 13 может уйти, или даже за 18 иногда можно его купить в каком-нибудь не очень удачном месте. А вот инструменты тут дороже, заметим. Яд дешевле, инструменты дороже. Все в два раза дороже инструменты. Забавно. Кто-то дуэлится даже. Ну интересно, а можно ли уйти отсюда такие в желтые? Или только в красный. Ну, просто я бы пошел в красный легко, но не с моим комплектом. Я думаю, наверное, вот если я сюда выйду, если я выйду вот сюда, то, наверное, я, собственно, и попаду обратно, ну, откуда я пришел. Я так думаю. Ну, давайте на всякий случай я это проверю. Я сейчас сложу в банк свой комплектик. Уж жалко больно его. Если вдруг я не прав. Это проще, наверное, загуглить. Сейчас я загуглю. Так, ну, короче, оказывается, вот этот портал, через который я попал, потом нужно вот через него как раз выбрать, куда вы хотите. Вот, ну, соответственно, я хочу Solo Non-Lethal. И вот если мы так нажмем теперь кнопочку... Вот. Мы, собственно, попадем в мист нормальный. Ну, в котором мне не страшно потерять комплектик. Единственная проблема, что походу я встрял. То есть теперь я не могу никуда деться из этого Бразилия. То есть вот я сюда зашел с этим комплектом своих вещей. И теперь... Если я выйду из места вот таким образом, то, в общем-то, я попаду обратно в этот Бразилия. То есть, чтобы мне вот с этими вещами как-то свалить оттуда, мне нужно, как я понял. Кстати, пойдем, там хороший, кстати, мист какой-то удачный. Можно там собрать всяких ништячков. Мне нужно через... Наверное, через Авалонский портал идти, скорее всего. Но я потом это почитаю и вам обязательно расскажу. Вот. Ну, пока что давайте посмотрим. Мне, кстати, места нравятся. Это такое медитативное, спокойное место. Особенно нелетальное место. Это особо не страшно, так бегаешься, ходишь туда-сюда. Кажется, то, что весело. Особенно, если в Т8 одет. Ну, короче... Единственный способ теперь мне... Я попал в ловушку. Я даже вот нашел на форуме, это обсуждают игры. Единственный способ мне теперь мои 21 миллион вещей забрать из этого Бразилия. Может, конечно, надо забить, конечно, и просто тут бегать или телепортнуться, новый комплект купить. Но еще единственный способ — это искать Unstable Portal в синюю зону. Тут вот такие встречаются иногда. Очень редко, шанс типа процент или полпроцента. Ну, редкий, короче.
Но можно. То есть, ну, можно, конечно, через красные зоны пойти, через черные, но вот если вы хотите, так сказать, обезопаситься точно, то лучше искать этот портал. Я, на самом деле, пару раз встречал такие порталы. Так что, в общем, попытаюсь найти что-то. Кстати, в новом апдейте в местах теперь не показывают имена игроков. Что, в общем-то, ну, лучше стало, потому что раньше люди договаривались друг с другом. Ну что, спасибо большое, что были со мной. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Будет еще видео по Альбиону. И, конечно, вступайте в гильдию. Если еще не начали играть в Альбион онлайн, можете начать по ссылке в описании. Если вы меня поддержите и себя тоже. Вот, и вступайте в нашу гильдию. Гильдия называется Stream Guild. Это гильдия для айтишников, но и не только. Просто для всех, кому хочется со мной побегать. До новых встреч. Пока.